Банде Гуру Пададандам Бхактавинда Саманнитам Шри Чайтанна Прабхум Банде Нитананда Саходитам Шри Нанда Нанданам Банде Радхика Чаранодаям Гопиджана Самаюктам Биндаванам Ванчакалпатарвасча кипасиндвевача патитананг павуне бхавишнабхибхьо намо нама мукам кароти вачаланг пангунланг хетгирим ят кипатам аханг банде парамананда мадвам биндавай тулсидеппай пьявай кесвасача Шна бхакти паде деви сатту баттуи намо нама Нараяна намаскритта наранчайва нараттамам Девин сарасватин вясам тато жайо мудире Санкетане кишно кату падеш Гаврия патрашва пракасанеча Садану ракта гуру бхакти жукто Бхакти Прамадакша Джагодварана Дхейям Сада Парибхавагнам Авиштадухам Титас Падам Сива Виранчанутам Сараньям Витаттихам Панатупад Бхабаддипутам Банде Махапурушате Чарунаравиндам Ятпад Паллавана Качандамани Чатая Биспуриджита кимапикапавадушвадарши Пурунану рагану сасагару сарамурти Сарадхикамай кадакипам кароси Шри Кришна Чайтанна Прабхунитананда Си Аддвайта Гададхара Сивасадихи Гаура Бхактавинда Шри Кришна Чайтанна Прабхунитананда Си Аддвайта Гададхара Сивасадихи Гаура Бхактавинда Харе Кришна Харе Кришна 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 Харе 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 Рама Харе Рама 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 Харе Харе Аджануламбита Бхуджау Канака Бодато Санкетанай Капитару Камала Хитакшо Вишам Бару Дижабару Югадхар Мупалу Банде Ягат Приякару Каруна Бхатару Харе Кришна Харе Кришна 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 Харе 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 Рам Харе Рам Рама Рама Харе Харе Намами Ганге Тава Пад Панкаджам Сура Сурайр Вандито Дипа Рупам Бхуктинча Муктинча Дада Синитам Бхавану Рупена Сада Наранам Ганга Таранга Рамания Джата Калапам Гаури Нирантара Бивуши Тобам Бхагам Нараяно Прияманангу Мадапахарам Барану Сипурапати Бхаджави Шанатам Баги Шаджуша Бадане Лакшмир Джасача Вакшаши Ясьястихидай самбид, вам нишингамахам бхаджи. Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе, Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе. Джасьясти бхактир бхагаватья кинчана сарва гуна истатра шамашати сура Харупа бхакта шакуто махад гуна Махон манур атхин асато дхавато гай
Jasyasti bhaktir bhagavati akinchana sarvaguna istatra shamaha sati suraha haru abhakta shakuto mahadguna manorathena asato dhavato vahi. Gauriya Goshtipati, Srisila Bhakti Siddhanta Saraswati Goswami Thakur Prabhupada, Jagadguru told, Гаучи Гоштипати, Шишила Бхакти Сиддханта Сарасвати Госвами Такур Прабхупад сказал, что это не наша цель собирать много денег и прочего богатства. Гаучи Гоштипати, Шишила Бхакти Сиддханта Сарасвати Госвами Такур Прабхупад, Джагадгуру сказал, это не наша цель. It is not the target of our bhajan life. Не цель нашего баджана собирать какие-то деньги, большое количество богатства и прочей собственности, поскольку если мы делаем так, то в этом случае мы развьем какое-то ложное эго внутри нашего сердца и не можем понять божественную природу Гуру Вайшнавов, их великую природу. Мы будем игнорировать их, как-то не оказывать должного почтения, можем случайно оскорбить это. Естественно, происходит, поскольку деньги, обычно люди считают, что деньги — это лучшая сила, это общество. В нем принято думать, что деньги — это наилучшее. Пускай думают, это их дело. Like Bhagavan, как Бхагаван, он дает наставление Шанкар Бхагавану. О, Шанкар, ты должен совершить прекрасное служение. И какое служение? Те, кто демоны, люди с демоническим складом ума, те, кто отвернулись от меня, напиши Веданту, чтобы они привлеклись этой Веданта и не приходили ко мне. Ты должен совершить это служение. Без тебя кто это сможет сделать? Ты должен написать Майавада Бхашья, чтобы тех людей, которые могут прийти ко мне и принести одни проблемы, чтобы они не приходили ко мне, а шли на путь Майявады. И поэтому Шрила Прабхупад был очень строг. Люди могут думать, что у Шрилы Прабхупады Бхакти Сиддханта Сарасвати нет милости, но Шрила Прабхупад, он олицетворение милости, но он никогда не хотел приносить никакого мусора на путь баджана. По крайней мере, мы должны следовать каким-то стандартам, как какой-то мерило должно быть. Но, к сожалению, это ушло. И поэтому Шрила Прабхупад никогда не давал дикшу, кому попало. Нет, он так не делал. Он хотел давать дикшу достойным людям. И Шрила Прабхупад говорила, что это не есть цель нашего баджана собирать деньги или другое богатство. Поскольку если мы делаем так, то в этом случае у нас может быть ложное эго внутри нашего сердца, и тогда не может, а скорее всего и будет, и тогда мы будем игнорировать Гуру Вайшнавов, не оказывать должного почтения, оскорблять их, и поэтому лучше этого избегать. И обусловленные души, они могут показать, что или совершать баджан на показ, но их настроение, их настоящая цель — это лабха пуджа и пратиштха. Если они могут прикоснуться к стопам Нарисимхадевы и поклясться, что настоящий баджан — их подлинная цель, то
я не поверю. Конечно, можно одурачить общество, но не меня, поскольку я вижу насквозь намерения людей, как в случае, о котором я сказал чуть ранее, Шанкар Бхагаван, он получил указание от Верховного Господа, чтобы написать Веданта Бхашья, чтобы люди привлеклись этой Веданта Бхашья, особенно люди с демоническим складом ума, и чтобы они ушли от меня и не приносили никаких проблем на путь чистой преданности. И в этом главная проблема. Много раз я сказал, вы помните, Кунти Деви говорит Кришне. И вот Кунти говорит Кришне. Hey, Prabhu, о Господь, ты можешь быть познан только нишкинчанами. Те, кто не заинтересованы в никаких материальных богатствах. So, и вот ты можешь быть познан только теми парамахамсами, нишкинчанами, вайшнавами, не другими. Другие люди не могут познать тебя, не могут, конечно, совершать баджану, как они познают твою суть, твою природу. Поскольку такие люди, они очень горды своим рождением. Красотой гордятся своей и прочими вещами, образованиями, богатством. Те, кто материалисты, Бхактина Такур пишет. জীবকে করে গাধা বেঙ্গল ইউ ডোন্ট নো জড়বিদ্যা ম্যাটেরিয়াল এডুকেশন ক্যান মেক ইউ অ্যাশ она может сделать вас буквально ослом ডাঙ্কি মাঙ্কি ডাঙ্কি স্মল এজ উই হ্যাড ভেরি নাইস always like to get some weight. Without weight cannot. If you don't weight, we can very angry. Why you are getting weight? Ослы не могут быть без какого-то груза на спине. И всегда хотят нести какой-то груз. Такие люди не могут жить без какой-то политической нагрузки, семейных трудностей и прочих трудностей. И они так сравниваются со ослами, которые не могут жить без какой-то, без какого-то тяжелого груза. Итак, Шрила Бхактивинода Тхакур сравнивает материальное образование с энергией иллюзии майи. Это все иллюзорно, оно может дать вам имя славу, положение в обществе, даже под именем саду. Now Maya Devi is going to kick you on your face. You don't know. You want to get? It is the last kick. It is the last and final kick. Вот это последний удар Майи, последнее испытание Майи. Это практически это слава. И далеко не каждый не может пройти это испытание. Майя Деви не может позволить вам достичь Верховного Господа. Это согласно шастре. Майя она не может позволить вам достичь Верховного Господа. Она будет создавать всякие препятствия на вашем пути. Может даже дать вам титул Маха-Ачарья и прочие вещи. И такие люди, хотя внешне известные как великие ачарьи, могут запросто оказаться в аду и сбиться с духовного пути. И материальное богатство
is one kind of оно подобно препятствию impediment in the way of Hari Bhajan. На пути Хари Бхаджана. And cannot allow you to do и оно не сможет позволить нам совершать бхаджан. It is one kind of impediments. You cannot realize. You и think, не каждый может осознать это. Многие гордятся всем этим, но это препятствие не сможет, не позволит вам совершать бхаджан. Это самсара, она не вечна, нестабильна. Все нестабильно. Даже если вы хотите как-то обезопасить свою жизнь каким-то страхованием жизни или еще чем-то, кто может. Некоторые думают, кто, что если застрахуются в какой-то страховой компании, то это избавит их от всех проблем, но нет. Мы зависим от нашего, от нашей страховки, банков, денег и прочих вещей. Но мы не знаем, что все в этом материальном мире не вечно. Все наши дети, родственники, отцы, матери, наша собственность и все остальное, но не вечно. When you are going to enjoy big amount of mercy, full mercy of Guru Vaishnava Niskincha, когда мы обретем милость Гуру Вайшнавов, тогда мы сможем изменить наше сердце. Нашими собственными попытками мы не сможем изменить наше сердце. Не важно, это Види Бхакти или Рага Бхакти. Байди Бхакти. What is Vaidhi Bhakti? Есть Vaidhi Bhakti и Рагануга Бхакти, неважно что. Anyway, you are going to get Bhakti by the mercy of Guru. Но мы должны, неважно какой Бхакти, но мы должны обрести его по милости Гуру Вайшнава. Сами мы не можем. Мы можем присоединиться к различным обществам, но Бхакти там не обрести. И поэтому Бхакти он такой пишет. Onitya samsare moha janmya. You can develop infatuation, illusion, and jibke kare gadha. Что такое материальное знание? Оно буквально делает осла, из человека осла, который всегда хочет нести груз каких-то тяжестей семейных, социальных, политических и прочих тяжестей. Как осли, они всегда стремятся что-то носить. Так и такие люди, они тоже не могут жить как-то свободно. Почему Шрила Бхактивинода Тхакура пишет, что не нужно прилагать усилия для строительства больших храмов? Почему он так пишет? Don't try to make big building, because you cannot relate, that temple, that building with Krishna Seva. Занять или связать такие большие храмы с Кришна Севой очень проблемно. Скорее, наоборот, случится, что это станет объектом нашего наслаждения, обретения славы и прочего. И поэтому Шрила Бхактивинода Тхакура говорит, что мадхи, большие храмы, здания нет смысла строить. Кто-то подозревает, что Шрила Бхактивинода пишет неправильно, поскольку в Бхагаватам Кришна дает наставление Удаве, Удав. Что вот он говорит такими словами, что нужно строить великие большие храмы в честь Кришны. But not like Adbhut temple. No. Bhaktivinoda writes, you know, Adbhut temple, strange temple. In the name of this strange temple, you like to make fool of God. Использует слово Адбхут, то есть странные храмы, не нужно строить. You have to make a business. То есть некоторые люди занимаются строительством храмов для таких такое бизнес такой у них строительство. Строительный бизнес. No. You like to divert their attention. То есть с помощью... You look at me. Don't look at Prabhupada, Bhakti Siddhanta.
То есть иногда люди строят храмы, чтобы обратить внимание на себя. Поэтому смысла от такого строительства нет. Такие люди, как правило, никогда не будут прощены. Может быть, Ашватхама в какой-то день будет прощен, но такие люди, которые строят храм в честь самих себя, нет. И вот Бхактивинода Тхакура пишет, поскольку Бхактивинода Тхакура хорошо знает, если обусловленная душа под именем строительства храмов и организации всяких обществ, они попадут так в большую обусловленность, хоть они уже обусловлены, но когда они строят какие-то большие храмы, это тоже из-за своей гордости и прочих вещей, они попадают в общую, в большую обусловленность. Но Шрила Прабхупада это было не так. И Шридхар Махарадж тоже говорил, что не нужно строить большие храмы. И можно видеть, что случилось от неследования этого совета. Your bhajan power can bring money. Money is a cheap thing. But you think it's very important. Если мы совершаем бхаджан, то все, что нужно, оно придет к нам. Наша сила бхаджана, она может дать нам все, деньги, власти, все остальное, что нужно для служения. И для этого бхаджана сам Баладев, он поможет нам, если мы будем совершать правильный бхаджан. Баладев, он позаботится о нас. Он может сделать невозможное возможным. И если даже у кого-то очень много денег, все же не может проповедовать, поскольку Нитянанда Прабху не одобряет этого. Но кто-то может быть Нишкинчан. Это то, что сделал Баларам. Баларам может организовать ситуацию таким образом, чтобы прекратить. То есть кто-то может как-то препятствовать Харикатхе, но по милости Баладева оно все равно происходит во всем мире. Это то, что сделал Нитянанда Баладев, то, что он делает. И поэтому, несомненно, Шрила Бхактивинода Тхакура, он не ограничивает Шрилу Прабхупаду Бимала Прасада Сарасвати, Бхактисиддханта Сарасвати в том, чтобы он строил храмы. Нет. Бхактивинода Тхакура, он не ограничивает Шрилу Прабхупаду Бхактисиддханта Сарасвати в строительстве храмов. И поэтому, по милости Панчататвы и Гуру Варги, all money power, manpower coming. You go ahead. И вот Шрила Прабхупада явились с Панчататвы Гуру Варги и сказали, что, что они пошлют все необходимое для проповеди. Но все же Шрила Прабхупада был нишкинчан. Но для нас это невозможно стать нишкинчаном. Даже Шрила Прабхупада все равно был нишкинчан, даже построив 64 храма. Но такое часто происходит, что люди построят один храм и уже страшно гордятся этим. Even after making 64 temple, Papa saying, I am Niskinchan. I am totally Niskinchan. I am following Sanatan, Rup, Raghunath, I am following. Total Niskinchan, I am nothing. That is only possible for Papa. Такое возможно было только для Шрилы Прабхупады, для остальных. I can give you one example. Это невозможно. И вот я могу привести пример, как обусловленная душа, после того, как она обрела силу от Гурудева, иногда случается даже, что получив милость от Гурудева, обусловленные души, они злоупотребляют этой милости. Однажды какой-то адвокат, баристер, пришел в Шичитани Матх, чтобы получить даршан божеств, Майяпура,
И вот они хотели услышать Харикатху от Шрилы Прабхупады. Шрила Прабхупада был занят служением. И те люди приехали, встретились, или собирались встретиться с Шрилой Прабхупадой, услышать какую-то Харикатху у них. Шрила Прабхупад сказал, что вы можете пойти к одному преданному, он в саду работает. Вы можете от него услышать Харикатху. После этого примите прасад обеденный. И вот эти люди пошли в сад. И видели, смотрели, где там этот преданный, кто может говорить Харикатху. Вернулись, сказали, не нашли никого. Шрила Прабхупада сказал, что там этот садовник, вот у него спросите. Он великий преданный, идите, спросите у него. И они думали, что это обычный садовник. Я тоже в Гокулмат, я мыл посуду. Я мыл туалеты также. И другое простое служение делал. Может, кому-то это не нравится, но я хочу. Я открыто сказал, что пусть кто-то ненавидит меня, то пускай дальше ненавидит, чтобы я смог спокойно совершать баджан. Вы не знаете моего настроения, может, с виду. Кажется, это странным, что я не хочу, чтобы много людей приходило ко мне, а те, кто... Я хочу, чтобы приходили те, кто должны прийти, те, кто должны прийти, они придут, их не остановить, а другие пускай идут в какие-то другие места. У меня нет времени на всех. Я не могу тратить даже минуту времени для установление каких-то общественных связей, но все же, если вы искренне, то моя Харикатхана изменит ваше сердце. Я обещаю вам, и также я не могу тратить время на какие-то такие общественные этикеты и прочие вещи, но моя Харикатхана сможет изменить ваше сердце, если вы по-настоящему искренне. И это я могу пообещать вам, Шрила Прабхупад говорит, хорошо, вы можете пойти в сад, там увидите преданного садовника, он сможет вам рассказать Харикатху, и вот они пошли. Yes, I mean that. И вот они сказали, там никого нет, один садовник, и Шрила Прабхупад сказал, вот к этому садовнику идите. И вот они пошли, что-то услышали, но веры у них не было. И не у всех есть вера к Гуру Вайшнавам. В Гуру Вайшнавам, почему? Некоторые люди не могут увидеть Гоги Шрилу Бхакти Махараджа и не придать ему должного значения, поскольку он живет в очень странной жизни, но он так жил, чтобы обмануть людей. Что имеется в виду, чтобы его не беспокоили. Ходил в одной каупине и волосы были как у сумасшедшего, не специально, чтобы лишние люди не беспокоили его. Иногда он делал вид, что курит, чтобы люди они думали, что он не преданный. Чистые преданные, они всегда хотят жить как-то скрыто, чтобы никто не знал, что они великие преданные, что они могут
спасти весь мир. Подлинные преданные, они не выставляют этого на показ. Они... И вот эти люди, они слушали харикатху от этого преданного, который занимался простым служением в саду, в огороде, выращивал плоды, фрукты и овощи, для которых могут быть предложены Радха Говинде. Они думали, что какой-то... Ну, такие люди думали, что преданный — это такой преданный, который сидит на золотом троне, говорит лекции перед тысячами людьми, а какой-то садовник, какой он преданный. И некоторые люди думают, что если какого-то лектора слушают тысячи людей, то он настоящий преданный, а которых слушают меньше, то те не очень... Но это происходит из-за ложного эго. С незапамятных времен у нас есть это ложное эго. Основу, простые вещи мы не сможем делать, что делать. Многие не могут следовать даже простым вещам, чтобы избавиться от ложного эго. Если есть какой-то саду, возвышенный саду, как Судама Випра, кто может понять? Если есть саду, как Судама Випра, все же сейчас я могу показать во Вриндаване возвышенный саду. Никто не может понять. И вот в Вриндаване я могу показать, сейчас есть какие-то саду. Они совершают баджан так очень скрыто, не выставляют себя на показ. Не совершают баджан таким скрытым образом, не совершают какое-то простое служение. Кто-то, например, ходит с веником и подметает Враджа-даму. Кто-то может подумать, что какое-то бестолковое деятельность, что это за саду, которая только ходит и подметает. Люди думают, что обычный подметальщик. Но Бхактивинода Тхакур, он тоже говорит о себе, как о таком трансцендентном подметальщике. С помощью такого простого служения можно обрести лотосные стопы Радхарани или Кришны, если вы по-настоящему искренне. И если мы встретимся в саду, как с Гурки Шарапабу или вообще Вадда с Бабаджи Махараджем или с Судама Випрой, можем ли мы... А то есть мы можем их как-то игнорировать. То есть можно видеть, что некоторые ачарьи, они ведут себя странным образом, ездят только первым классом и находиться во Вриндаване без каких-то кондиционеров и прочих несвойственных для Вриндавана вещей, они не могут. Мы находимся в преемственности Рупы и Санатаны. Не каждый может быть как Шрила Прабхупад Бхактисиддханта Сарасвати. Шрила Прабхупад говорит, это материальное тело, которая состоит из крови и плоти и испражнений, почему? И вот Шрила Прабхупад говорит, что это материальное тело, зачем ему ездить на самолетах и машинах? Духовный всегда мог заниматься, но имеется в виду, что в то время автомобиль был очень такой люксовой вещью, как сейчас личный вертолет или личный реактивный самолет. И вот, то есть пока, имел в виду, что пока проповедники не возвысятся до какого-то серьезного духовного уровня, то им нет смысла использовать какие-то люксовые вещи в своей проповеди.
для проповеди это не нужно, а нужно сделать так, чтобы мы сначала одухотворились, потом могли вести себя так, чтобы проповедовать на каком-то другом уровне. Гуру Кишорадас Бабаджи Махарадж, он вел себя очень жестко, даже ругался какими-то нецензурными словами. Когда он видел каких-то этих людей, лицемеров, которые приходили заработать денег под видом баджана, и вот он говорил: «Вы пришли сюда ради этого». Как-то ругал их нецензурно. И практически в Чайтанья Гауди Матхе наш Тривика Махарадж, Бхакти Шаран Тривика Махарадж, он ученик Шрилы Прабхупады, он говорил, что Мадхва Госвами Махарадж, Магуру Махарадж, и вот он жил с Мадхва Махараджем и в его матхе и оставил тело здесь, в Майпуре, и когда он видел каких-то людей, лицемеров и севаков, таких лицемерных, он ругал их так на нецензурном бенгале. И вот особенно этот дакский диалект бенгальского, он особо такой нецензурный. He used to specifically say, kapat, kapat. He is not doing seva of Gurudev. It's kapat. Suare sene kosu, bandara sene kola. Dakai language. Suare, I mean the beast, under beast can only give value to stool and urine. Dakai language. Beast can only give the boar can give only value to some, you вот know, он приводил some пример, что in the forest, kosu, arm, что какие-то животные, свиньи, например, они испражнениями питаются, поэтому уделяют внимание только этим испражнениям. Другие какие-то. А еще эти кабаны есть, они eat it very nicely, they feel tasty. And stool. Stool they like. Stool is the number one, you know, choice. Вот они едят эти какие-то коренья, но если какие-то испражнения есть, они их предпочитают. Stool is the first choice. They like very much. Like when you are getting paraman, oh, today paraman. Tibik Kumar used to speak, suvare sene kosu, abandara sene kola. Monkey, if you give some valuable ornament, говорил, что если дать обезьянам какие-то драгоценности, они их выкинут, сломают, порвут. Если ornament of papa, very costly pearl, if you give to есть нет смысла давать обезьянам что-то такое ценное, они if you give one valuable ornament to monkey, придают значение только бананам и прочей еде. А если дать какое-то перламутровое украшение, они разорвут его или сломают как-то. Могут даже на зуб попробовать и сломать таким образом. Но если дать какие-то дешевые бананы, то они будут очень рады. И также обычные материалистичные люди, они живут как такие животные, которые уделяют внимание только еде и ничему иному. А что-то более ценное, что такое бхакти, что такое баджан, они не могут понять, поскольку весь день они заняты своим телом. И вот смотрите, если мы встретимся с Судама Випра случайно, как мы осознаем, что это сам Судама Випра? Как понять, что это великий преданный? Далеко не каждый может понять, поскольку люди обычно горды, гордятся своим ложным эго.
Кунти Деви говорит, только те, кто нишкинчен саду, они могут обрести твои лотосные стопы, никто иной. И Кришна может проверить вас, будет проверять вас до последнего момента вашей жизни. Может как-то бить нас какие-то препятствия, проблемы посылать нам, если мы не оставим лотосные стопы Кришны, тогда Кришна одобрит нас. Иногда можно видеть. На каких-то товарах написано, что они проверены и одобрены, испытаны на прочность. Штамп такой вот такой. И Кришна тоже, он будет проверять нас постоянно, и потом одобрит наше терпение и нашу преданность. Кришна будет пытаться обмануть вас, как-то посылать какие-то трудности, но потом... Then Krishna can write on certificate, tested and found okay. Krishna would not before that. Be careful. How dare? How dare you come он одобрит нас в конце концов, и как мы пришли совершать Кришна Саву, если мы думаем, что это шутки, как мы пришли историю издалека совершать Кришна Саву, мы очень удачливы. И мы должны быть готовы буквально прыгнуть в огонь, чтобы пройти все испытания Кришны, которые Он нам посылает. Вчера я говорил, что Судама Випра, он практически дошел до дома. But find some miracle. Но where is my house? My удивился, что его дома нет, а на его месте стоит какой-то дворец. Follow. Everywhere there is different kind of plane, Biman, everywhere, waiting, very nice full color, like sun god, emitting effulgence like sun god, moon god. I saw everywhere, all very very nice guardman, like Vaikuntha Barsak, the whole ornament. And everything with stick, they are waiting. И вот он пришел, когда на место своего дома, удивился, что же там. Он был очень удивлен, видя все великолепие. Evam mimam shamanam tam nara naryos amaroprabha pratto grinnan mahabhagam gito baddena huyasa. What speaking? И что же он говорит? This way, when he is calculating, таким образом он думал, размышлял, что это? Evam mimamshamanam tvam nara naryo amaraprabha pratyagrinnan mahabhagam gita baddena bhuyasa. Hello. When he is calculating this, и вот он думал таким образом, кто они, что ли? And very like Vaikuntha, very nice, you know, handsome, big figure, with their like guard, they are traveling all around, fruits and flower, nice smell of, you know, chandan, everything. Who there? It you cannot understand. In the meantime. И вот он удивлялся всему этому богатству, и тут, тем временем, к нему подошла какая-то группа людей, встречающая, он думал, его хотят выгнать, и вот они, наоборот, приветствовали его и просили пройти. In the meantime, I remember one material incident. You can. И вот тем временем я могу вспомнить один случай. I heard я слышал от моего учителя в школе. He used to speak so many. Okay? Einstein was invited by Rani Elizabeth. Эйнштейн однажды был приглашен этой. Einstein taking one ticket and getting one local train. Этой королевой Элизабета, и вот он. Купил билет на поезд, доехал до ее дворца. Like crazy,
выглядел он странно, как нищий. TT going to say, where is your ticket? А этот еще кондуктор спрашивал, где что ж билет. Этот Эйнштейн сказал, билеты купил, но куда положил, не помню. И вот, в общем, собрались его уже арестовать. Тут какой-то профессор рядом был, сказал, что он сам Эйнштейн. Что вы его с ума сошли, арестовать его там за безбилетный проезд. Сажать, ну... Ну, тут сказал, ну что, подумаешь, Эйнштейн, билета нет его. У него билет был на первый класс, а он съехал, сел во второй. Не заметил потом, в чем, поискал как следует. В каком-то внутреннем, внутреннем кармане нашел билет. Потом во дворец его тоже не пустили, хотя он сказал, что по приглашению королевы охранник не поверил. Тут, в общем, выяснилось, что действительно пригласили. Тут эта королева вышла к нему навстречу. Сказали, что отправили процессию за вами, что вас достойно встретить. А этот Эйнштейн, он сам приехал, не заметил я. И сказал, что зачем до такого простого человека, как я, столько церемоний. И даже смотрите, в таком этом материальном мире, не говорю уже о трансцендентном, so that some people can feel shy. Какие-то люди могут, как Эйнштейн, он считается самым таким известным, знаменитым ученым, но он, хотя он не вайшнав, но все равно ведет себя очень смиренно. Он не ожидал никаких церемоний, никаких пышных встреч и прочего. Но можно видеть какие-то люди под видом преданных очень гордятся собой. И Судама Випрабху имеет такое смирение. Он никогда не ожидал, что кто-то придет и будет встречать его. Но он великий преданный. Он настолько велик, что сам Кришна, он обнял его. Кого может обнять Кришна? Редко кого. Кахам даридрахо папияна, ка Кришна синикетана, брахма банду ритисмахам, бахубьям парьямбитаха. Где же Кришна, великий Кришна, Верховный Господь, и где же я, столь малый браман? Но все же Он обнял меня. Я не могу даже представить такую удачу. И вот после этого. Gita Baddena Bhuyasa. Finally, he discovered they are coming to catch me, give me garland. В итоге он обнаружил, что это процессия к нему вышла для того, чтобы его встретить. Каждый день, когда Кришна Баларам, они приходили назад с, после того, как они выпасли коров с телятами. Every day, Jasamati Ma, Rohini Ma, и вот еще до Рахини они были готовы, чтобы встретить Кришну, совершали арати, ему предлагали гирлянду. Каждый день. Вот они так выражали почтение Кришне, совершали пуджу, обнимали, кормили и... Эвам мимамшаманам твам нара нарьо амаро прабаха. Амаро прабаха means they are just like demigods. Here is амаро прабаха. Амаро прабаха means амаро прабаха здесь... Their body effulgence. Имеется в виду, что эти... Emitting light. Demigods, if you someday... I went to one place in Himalaya, in Gomukh,
что встречающие Судаму, они сияли как полубоги. Я однажды был в Гималаях, в Гамуке. Там достаточно сложно забраться, нужно какое-то альпинистское снаряжение, либо навыки альпинизма, по крайней мере, иметь. Там ничего нет, очень даже кислорода мало, и вывески везде, что если пойдете, помрете, ваши проблемы, и поэтому лучше не ходить туда. Ну что, категорически не советуется туда ходить, и там, в том месте, можно встретить любого полубога. Это место настолько важно, Тапабхуми. Любой человек с полной концентрацией, если он будет медитировать в том месте, то он встретится с объектом своей медитации. Это называется Тапабхуми. И там Амар-Ганга есть. Она небольшая, но с очень быстрым течением она стекает с гола и впадает в Гомук. Гомук — это источник, откуда Ганга исходит. Там три лица этого Гомука. Но это очень высоко. И там я не хотел встречаться с никакими полубогами, просто там мне достаточно Гуру Махараджа, Шрила Прабхупада, я переночевал там, но там такое место, что если позвать какого-то полубога в этом Тапабхуми, то они вынуждены прийти. И вот Махарадж там в какой-то пещере переночевал и назад вернулся. И даже встретиться с каким-то полубогом, это очень сложно. А как же встретиться с Кришной? Здесь Амара Прабхав. Слово используется, те, кто полубоги, они их тело источает свет, поскольку их тело, оно не создано из плоти и крови. Но их тело тоже материально, не думайте, что тело полубогов, оно трансцендентно, нет. Оно такое более тонкое, более возвышенное, но все же не трансцендентно. До Брахмы. Up to Brahma, they cannot deserve that our body is transcendental. Up to Brahma, nobody. Никто не может заявлять, что их тело трансцендентно, просто быть более такой тонкой материей создано. Брахма, он наш Адиго, и после того, как он, но сейчас он исполняет свои обязанности, совершает санкиртаны и прочие вещи. И до Брахмалоки, вот в этом киртане говорится. Hey Arjun, from Brahmalok to here all rotated. И вот здесь говорится, что о, жены, все эти живые существа, они рождаются, умирают, скитаются по всем этим 14 мирам, вплоть до Брахмалоки. Но Брахма, он должен поддерживать это материальное творение. Если Брахма не будет заботиться, поскольку это ответственность данная Брахмы, Брахма, он должен заботиться об этом всем материальном творении. И вот Амара Прабха, may their light emitting, they are coming forward to receive Sudama Vipro with musical instrument and with группа пришла, чтобы встретить Судама Випру с музыкальными инструментами. Они издавали эти улудвани, благоприятные звуки. Outside people doing? No. Here you can teach them. Foolish. Very mangal. Those Matajis here, our mother, we have seen. Our grandmother they used to do. Uluk, it's very nice. Follow. So,
Патим агатам акарно патни уддхаршати шамбрамаха нисчакрама грихат турнам рупини сри рива алаят. Husband coming. Sumabhi coming. Wife watching. Receiving party going to receive Sudhamipra to bring and welcome in the home. And the wife in the center watching my husband come. И вот они встретили Судаму, и тут же жена увидела его, что вот Судама наконец-то пришел, но сейчас она уже не выглядела как жена какого-то нищего. Она выглядела как Лакшми, была украшена, сияла, как она была подобна Лакшми. Хотя раньше у них даже не было денег на еду. Но Кришна, он все организовал, все процветание для них. И вот after hearing my husband coming already, already my husband coming, Patni with full respect. And Avi, you know? Вот она подошла к своему мужу с полным уважением и благоговением, каким-то таким сладким страхом. Патим агатам акарно, патни уддхаршати самбрама, нисчакрама гриха турнам, рупини сри рива алая. Алая means from the building, from the king's palace, the building. Wife coming out very quickly, my husband coming. И вот жена Судама увидела, Судама быстро побежала к нему, чтобы встретить его, но она выглядела как Лакшми, очень прекрасно украшенная украшениями и в дорогой одежде. Патибрата патим дриштва премоткантхати асрулочана патибрата. Because that lady is not ordinary lady. That lady is not ordinary lady. It's патибрата, chaste lady. Those who are chaste lady, I can show from Shastra. Those who are chaste lady, 100%, they have so power, they can do anything. И его жена, она не была обычной женщиной, она была очень целомудренной. И такие целомудренные женщины, очень могущественные, если они проклянут кого-то, то это исполнится. In Chaitanya Charitamrita you can find. To Sanatan, вот Читанья Чайтамрите Санатан сказал Пативрата Ширамуни. This I already discussed many times. We Gaudiya, we have our very secret mood of bhajan. Мы Гаудии, у нас есть такое сокровенное настроение бхаджана. Это целомудренная женщина, Махапрабху говорит. Читание Чайтамрите, он говорит в Санатане. That chaste lady was ready to serve a pros. Even she was ready to serve a pros to satisfy his husband. You don't understand what I mean to say. Husband sometimes expressing desire to stay with the pros. Вот эта целомудренная преданная жена, она была настолько целомудрена, что готова даже была служить проститутке, чтобы она ублажила ее мужа. А этот ее муж был болен на проказы. И вот она пошла служить этой проститутке, спросила, зачем она это делает, сказала, что у нее муж
хочет тебя, поэтому вот денег у нас нет, поэтому вот служи тебе, а ты иди служи ему. И когда это целомудренная жена, я могу много примеров привести, не один. Мы должны помнить, весь мир должен знать, иначе под именем женитьбы непонятно, что происходит. И вот Махапрабху говорит Санатане, что целомудренные жены настолько могущественны, вот как в этом примере, она даже готова была служить проститутке, чтобы та как-то ублажила ее мужа. Когда она И вот когда муж он пришел к этой проститутке, он понял, насколько предана и велика его жена, и его настроение, оно полностью изменилось. И эта проститутка... Точнее, это жена даже посадила мужа на шею, понесла его к проститутке, а тот ходить не мог, поскольку был болен проказой тем временем. Там Мандава Риши попался им по дороге, а его наказали еще случайно, какие-то воры, в общем, что-то украли с царского дворца. Но они убежали, их не смогли поймать. И эти охранники, которые искали, они кинули награбленное в лесу и скрылись. И случайно Мандава Муни там совершил баджан в том месте, эти охранники поймали его, арестовали, больше некого было, обвинили в воровстве. Мандава был удивлен, этот баджан совершил, никого не трогая. Нет, вот украшение лежат, значит, ты украл, поэтому пойдем с нами. И вот царь тоже обвинил его в воровстве, тот сказал, нет, этот баджан совершил. Нет, ничего не знаем, вот тебя нашли, значит, ты вор. И вот этого риши решили... смертную казнь ему устроить. В общем, это смертная казнь. По-разному исполнялась. Иногда сжигали, иногда вешали, иногда еще что-то делали. А вот этого... А этого риши решили на кол посадить. На какой-то острый кол. И вот king going to put the rishi and totally pierce and gone up on the head. Very sharp. Rishi. И вот риши был могущественным, несмотря на то, что его на кол посадили, он не умирал. И тем временем, ночью, эта целомудренная жена несла своего мужа к проститутке, и нога этого мужа задела голову этого риши. Риши возмутился, кто тут посмел меня ногой задеть? И тут эта жена сказала, что извини, тут случайно проходили, задели тебя, но тогда будь проклят, а твой муж помрет. Кто-то меня задел, муж мой, ну вот помрет твой муж перед восходом солнца.
Эта целомудренная жена тоже возмутилась таким с проклятием и сказала: «Почему мой муж и я, мы тут не специально тебя задели случайно, темно, не видели, вот нет, все равно будет проклято». И эта женщина тоже сказала: «Ну хорошо, я тоже тебя прокляну, чтобы солнце на восходе не возошло». И вот Мандавья Риши, он совершал баджан много лет, а эта целомудренная жена, она все равно, ее слова были более могущественны, солнце не взошло на восходе, на востоке. И все удивлены были, что солнце не восходит. Все, Индра, Варун и прочие полубоги собрались, начали думать, что же делать. Почему солнце не восходит, и в итоге выяснили, что вот так произошло. И вот они начали молиться этой целомудренной женщине, что мы молимся тебе, пожалуйста, забери свои слова назад, будь довольна. И эта женщина сказала: «Хорошо, пускай Мандавья Муни нас заберет свое проклятие назад». И эти полубоги благословили его мужа, чтобы тот не умер. Но опять же, эти полубоги сказали: «Ну, Мандавья Риши свои слова назад не заберет, поэтому твой муж умрет ненадолго, там, на пару секунд, потом опять оживет». И такая целомудрая женщина, но очень могущественная. А и вот здесь говорится, что мы, гауди, должны вести себя как такая целомудренная жена. Другой пример могу привести. Одна ученица Рамануджа Ачари. Она была очень чиста. И очень бедные были, вот бедные очень, Рамануджа Ачари пришел к ним в дом, у них она даже выйти не могла, поскольку одна одежда была, и то сушилась снаружи, а запасной одежды не было. И вот Рамануджа Ачари понял, что он хотел помочь как-то, саньяси, он как не может, ну, кого-то послал, чтобы эту одежду сняли с веревки и кинули ей в дом, чтобы она оделась и вышла встретить хотя бы. И вот они сказали, что мы даже во сне не могли представить, что вы придете к нам в дом, чем же мы можем служить вам. И вот Рамануджа Ачарья со своими учениками пришел туда, но у них не было нечем их накормить. И вот эта жена пошла куда-то просить какие-то продукты, чтобы как-то накормить Рамануджа Ачарью. И вот она пошла к какому-то торговцу. У нее был какой-то продуктовый магазин. Продавал всякую бакалею, рис, пшеницу и прочие вещи. И вот она пошла к нему, попросила что-то взаймы. Но этот торговец был очень похотливый. Сказал, что могу дать все, что ты хочешь, хоть рис, пшеницу, масло там, и все. И все остальное бери, что хочешь, сколько хочешь, но ты должна пообещать мне, что ночью придешь и отдашься мне. Wife, yes.
Женщина сказала, хорошо, я приду, но сейчас Гурудев не пришел, давай. Давай продукты. И вот, в общем, он дал много всякого продовольствия. Наверное, это все приготовили, предложили Господу Рамуджи Ачарье. Рамуджи Ачарья был очень доволен. Она таким образом большой пир устроила. И тем временем и все приняли много просада, и в итоге этот муж пришел, ее муж пришел, был удивлен, что такое, о, Гурудев, вы пришли. Он поклонился ему, даже и во сне не мог представить, что вы придете ко мне домой. И вот он спросил жены, мы очень бедные, даже себя накормить не можем. Откуда ты это все организовала? Я удивляюсь, жена сказала все, что с таким условием я вот организовала все для Гуру Севы. Этот муж сказал правильно. Это называется Гуру Севы. It is called Guru Seva. For Guru Seva, I can lose everything. Ради Гуру Севы мы можем потерять все даже. Я готов оставить свою жизнь. О, жена, ты по-настоящему целом дына. Ты сделал это все для Гуру Севы. Я очень люблю и уважаю тебя. Вот вечером. Now in the evening time, that chastity lady. Эта целомудренная жена пошла, собрала остатки пищи Рамуджи Ачарья. With some uchistha of Gurudev and all prasadam, the lady, according to her, и вот она, согласно своему обещанию, она пошла к этому торговцу, похотливому торговцу. Он хотел, и вот, она пошла, сказала, что вот, хочу, сначала хочу тебя угостить прасадом Гурудева моего. Тот сказал, хорошо, давай. Поскольку жена этого Бхатраджа, она была уверена, что ее Гурудев, он трансцендентен, если кто-то примет остатки его пищи, его просад, то его ум, несомненно, изменится. Она, и вот она угостила остатками пищи своего Гурудева, этого похотливого торговца. After you take prasadam, I can fulfill your heart. Well, taking prasadam. И вот он начал есть. Second. Этот прасад. With first prasadam, first handful of prasadam, when putting inside mouth, immediately feeling something. И вот его ум, его сердце изменилось. Он подумал, что нехорошо так делать, и он поклонился этой целомудренной женщине. О, моя мать, прости меня. Я совершил ошибку. Я дал это все тебе не в подаяние, тебе не нужно ничего делать ради меня. Иди, возвращайся к своему мужу. Много примеров таких. В Гуджарате, в каком-то Нагаре, Джамнагар и еще какой-то Нагар, Бхавнагар, там деревня была, сейчас город, и там тоже была одна целомудренная женщина. He wanted to give punishment to that lady. Он хотел наказать какую-то женщину как-то. И вот когда он пошел домой, чтобы ее наказать, ну как-то имеется в виду финансово наказать или еще как-то. И вот даже история известна достаточно. И вот он. Chastity lady asking what you want.
What you want? That the characterless man, that the loose character man, when he indicate his breast, I want this. Then wives, that lady saying, you wait, I am coming. You see, you can show. That dirty man. А, в общем, этот человек, он... When lady asking, what you want, когда эта женщина спросила, что ты хочешь, тот показал на ее грудь. И эта женщина сказала, хорошо, я приду, она пошла, отрезала свою грудь и принесла ему на тарелке, бери. И этот человек, он был поражен, начал просить прощения, прости меня, я животное. Это очень такой явный пример в Гуджарате, все знают. Материальные люди, они заняты плотью и кровью. И мне стыдно, когда я говорю такие высокие вещи о Расалиле. Я обсуждаю все с разных точек зрения, не думайте. Как-то неправильно. Это не какие-то материальные вещи, о которых вы думаете. И вот Пативрата. Однажды один саньяси пришел просить что-то у одной целомудренной женщины в какой-то деревне. И вот саньяси, думаете, что это... И вот он в этом, значит, пришел просить дикшу, это целомудренная женщина. Сказала, что Махарадж, подождите, я тут накормлю своего мужа. Потом выйду что-то дать вам, подождите 5 минут буквально. И саньяси разгневался. Начал поносить все. И жена вышла. Сказала, ты думаешь, что я цапля? Crane, you know, crane, one kind of bird. Found in the water, long, long, oh, just like swan, swan, but it is not swan. Their beak is tall. They are taking fish from the water. Как цапли они это ловят рыбу всякую из воды. Follow. Is called actually one kind of crane. Crane, we say crane. It is the name crane. Carrying actually long beak, when a bird going to take from and take and a fish from the water, it's called crane. Then a chesty lady coming out, you don't know, I can show you. Chesty lady coming out. И вот эта мудреная жена пришла и сказала этому саньяси, у саньяси вот такой, ты не можешь потерпеть 5 минут, я тут мужа кормлю. Ты что, хочешь проклясть меня? Думаешь, что я цапля, как... Что ты можешь сжечь меня своим взглядом? Этот саньяси совершал суровые аскезы. И вот этот саньяси совершал аскезы у них. И хотя не майявади, все равно не обретают какую-то силу. Кто совершает аскезы, он обретает силу. И однажды я смогу рассказать вам про случай с Экалавьей. Не сегодня, но потом как-нибудь. И вот даже если кто-то майявади, но совершает аскезы, но все равно он обретает какую-то силу. И вот этот саньяси. In the meantime, one bird going to pass stool on his head. И там птица пролетала, насрала на него случайно. На этого саньяси сказал, ты, птица, как ты посмела насрать на саньяси, я проклинаю тебя, ты будешь сожжена. И вот с помощью силы своей аскез он сжег эту птицу. И эта целомудренная жена
It happened long ago. Давно это случилось. Она пришла и напомнила этому саньяси. Думаешь ли ты, что я как какая-то птица? И ты тоже сможешь меня сжечь, как ту птицу, которая уже сжег ранее. Я целомудренная жена, и этот саньяси был удивлен, как ты знаешь, никто не знает, я знаю, что я эту птицу сжег когда-то. И к чему это говорю? То, что целомудренная жена, я хочу вдохновить вас, чтобы вы, поскольку целомудрие очень большая сила, если она поклянет кого-то, то это так и случится. Если она хочет что-то сделать для служения мужу, то тоже сможет благодаря своей силе. Даже она может развить способность видеть прошлое, будущее. Как Гандхари, она целомудренная жена. Я много примеров привожу на примере этого целомудрия. Гандхари, она была целомудренной женой, и когда она позвала Дурьодхана, своего старшего сына, что в тот день ночью приходи ко мне, я... сделаю твое тело подобным стали, чтобы никакое оружие в... В битве при Курукшетре не смогло повредить тебя. И Дурьодхана сказал, что ты должен голым прийти, иначе ничего не смог сделать. И вот этот мать своему старшему сыну Дурьодхана поставила такое условие, ее муж Дхритарашта был слеп с рождения, и жена, она тоже решила после свадьбы завязать себе глаза и так в слепом виде тоже жить с мужем. И в этом ее любовь проявлялась, это могущество, это целомудрие, она очень могущественная. Вот она сказала: Дурьодхана, ты можешь прийти ко мне ночью без одежды, я сделаю твое тело подобным стали. И вот Дурьодхана пришел полностью голый, пришел к своей матери, Кришна знал все. Кришна думал, что если он... И поэтому, когда Дурьодхана пришел, Кришна сказал: «О, ты что, ты голый? Почему?» Специально, Кришна очень хитер. Что ты спросил у него? Пришел, ты спросил, что ты тут голый делаешь? И вот моя мать позвала меня. Мать позвала, что голым? Ты глупец. Ты вроде возвышенная личность. Кришна хотела обмануть его. Ты, что ты там принц должен хотя бы какой-то набедренный повязкой себя закрыть. Мать может там сказать, что приходи голый, но не значит, что полностью голый. В общем, Дурьодхана пошел, взял одежду, пришел к матери, и мать сделала его все тело подобным стали. Но Кришна был очень хитер, он знал, что, если так будет, убить его сложно будет. Поэтому он сказал, что тут набедренную повязку надел, поэтому чтобы его могли убить в следующей битве при Курукшетре. Вот, когда Бхимасена и Дурьодхана сражались, Бхимасен сказал: я уже устал, не могу победить его. И Бхагаван Кришна, он сказал: вот ударь его по бедру, и его тело, и Бхима, в итоге свое палец
Они сражались на этих палицах, и тот ударил его по бедру, и тот умер. Дурьодан cannot get up, because this portion is broken. Now what I mean to say, и что я хочу сказать, что целомудренная жена в наше время очень редка, но все же могут встречаться, но не так часто. И вот целомудренные жены не могут служить своим мужьям всем сердцем. Так много сокровенных вещей здесь. И завтра я продолжу дальше об этом целомудрии и прочих вещах. By crying with loving mood, wife coming out of the building, coming out of the palace, and going to embrace, give pranam to. И вот эта жена Судамы пришла, подошла к нему, обняла своего мужа. Ясьясти бхактир бхагавати акинчана сарва гуна истатра шама сати сура хару авактасья куто махадгуна манорathina сато дхавато вай Tomorrow I can speak explanation of the shloka. Jasyasti bhaktir bhagavati aginchana. I can speak. You can wonder. So nice. You can realize. India is a place of spiritual cultivation. If you can stay here, do bhajan from heart, you can get success. I'm sure. Try to arrange staying here in India.